Что? Здравствуйте, говорю. Здравствуйте. Это рисовали, да? Я просто увидела час назад где-то. А, да. А почему в таком уголочке? Да. Просто здесь, не знаю, начал пейзаж рисовать еще давно и вот решил здесь попробовать. Тут все равно смывает дождем. Я выкладываю в группу ВКонтакте все, что рисую, ну, фотографии. Могу вам сказать... А, так это вот с фотографии вот идут, да? А, нет, это... Нет, я рисую из воображения, фотографирую, не выкладываю в группу ВКонтакте, а эти все рисунки... Ну, просто вот похож, вот этот рисунок на фотографии. Ну, да, это, да. Я могу вам сказать, куда я выкладываю там в интернет, вы можете смотреть там фотографии работ всех. Я уже много лет так рисую. Я мечтаю расписать свой город, но как бы... Когда вы рисуете, полностью снимаете вот это... Не, я не полностью снимаю. Я вообще только фотографии делаю в основном. Если бы у меня был фотоаппарат хороший или видеокамера, я бы снимал. Здесь хватает на несколько минут съемки. Я хочу расписать свой город, но как бы я даже за свои деньги предлагал администрации, можно разрешить, у них сказали нет, что нужно, чтобы жители дали разрешение там. Да, я думаю, что жители не будут. Да нет, есть те, кто кому это не нравится. Я хочу расписать красками или вот стены домов расписать. Фасады, пейзажами такими же. Вы могли бы спросить у своих соседей, согласны ли они? Если больше 60% согласятся, то я приду и распишу. Некоторые разрисовывают вот эти стены в подъездах-то. Ну, я знаю, я бы хотел пейзаж рисовать. Ну... Я бы хотел сделать свой город очень красивым, чтобы он был как достопримечательностью. Чтобы здесь больше не было серых зданий там. Чтобы люди приезжали в этот город ради того, чтобы посмотреть на расписанные здания, на то, что здесь здания такие красивые, пейзажи нарисованы на них. Я хотел полностью нарисовать, но это нужно разрешение, чтобы дали. Ну это безграмотные люди. А ВКонтакте как посмотреть?
Ho, 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 ho